Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем рассказ с выставки «Русский Север», работающей сейчас в Государственном историческом музее в Москве. Среди обилия вещей вот этого зала мне бы хотелось обратить внимание на три витрины, которые находятся в центре. Это предметы, связанные с именем мастера Ивана Ярыгина. Дело в том, что мы практически с вами не знаем имен людей, которые создавали всю эту красоту. Они до нас, естественно, не дошли. И вот благодаря усилиям крупнейшего специалиста по изучению вот народного искусства, народной культуры, бывший заведующий нашего отдела дерева Серафим Кузьминичны, был определен вот и найдена фамилия человека, который вот эту всю красоту создавал. Она смогла по манере работы художника, которая очень близка и к книжной миниатюре, и к иконописи, вычленить из целого ряда вот таких, целой коллекции вещей деревянных, расписных, выявить имя этого мастера Ярыгина. Он жил в деревне Помосково Сольвычегодского уезда Вологодской губернии тогда еще, с середины до конца XIX века. И что для нас очень интересно, это то, что он смог донести до нас образы людей, которые его окружали. Потому что на прялках, на бурачке, который у нас здесь выставлен, изображены самые обычные бытовые сценки. Это выезд, например, на санях. Это чаепитие, за круглым столиком сидят мужчина и женщина, и стоит самовар. Это ткачиха, которая сидит за ткацким станом, или крестьянка, которая доит корову, и так далее, и так далее, и так далее. Причем там такие нюансы есть в этих рисунках, которые помогают нам представить себе эту жизнь. Девушки, которые придут, сидя на лавке, над ними замечательные оконца, полочки, на которых стоит посуда, ну и так далее, и так далее. Он умел вокруг этих фигур создавать целый сад изумительных совершенно трав, цветов. И вот эти все сценки, они утопают среди вот этой красоты, которая их окружает. При этом прялок у нас, например, в собрании 12 штук ярыгинских выявлено. Среди них есть свадебные прялки, подписные, например, подарок жениха невесте, потому что, ну, мы прекрасно все знаем, что прялка сопровождала женщину русскую практически с детства до глубокой старости. И передавалось по наследству, точно так же, как головные уборы, например, праздничные. И поэтому вот эти прялки для нас, конечно, очень-очень интересны. Я думаю, почти у всех дома были детские книжки с иллюстрациями очень известного русского художника, иллюстратора Ивана Яковлевича Билибина. Сказки пушкинские, русские народные сказки. Иван Яковлевич Билибин в 1902-1904 году, и поэтому нам это так вот важно и интересно, был направлен этнографическим отделом Русского музея на Русский Север для зарисовок и фотографирования деревянной северной архитектуры. Но снимая ее, зарисовывая ее, он создал огромный как бы массив всех этих вещей.
И даже в 1911 году он сделал доклад в Петербурге, в Академии художеств, о русском деревянном зодчестве. Тогда же, видимо, он и собирал коллекцию предметов, которые были связаны вот с этой территорией, с этим регионом. И в 1920 году, уже после Октябрьской революции, он эмигрировал из России на одном из последних кораблей из Новороссийска. Он оказался в Египте, жил в Каире, потом в Александрии, потом оказался в Париже, где снова же начал заниматься книжной иллюстрацией, декорациями театральными, которыми прославился. Но перед войной он вернулся в Советскую Россию. Снова в Ленинград уже. Преподавал в Академии художеств, занимался книжной иллюстрацией. К сожалению, Иван Яковлевич умер во время ленинградской блокады в 1942 году, и он похоронен в общей могиле профессуры Академии художеств на Смоленском кладбище. А вот эта коллекция, которую он собирал и которая осталась в России, когда он эмигрировал, по-видимому, попала в так называемый музейный фонд, в который стекались предметы из разрушенных усадеб, из частных коллекций, эмигрировавших из России, из уничтоженных церквей. Такие есть среди икон в нашем собрании и так далее. И уже из музейного фонда эти вещи попали к нам. И мы первый раз в нашей истории показываем вот предметы из этой знаменитой Билибинской коллекции. Это потрясающие, совершенно изумительные вышивки, головные уборы, обрядовые рубахи. Здесь обязательно будет изображение древа жизни, женские фигуры, которые охраняют это древо жизни, фантастические животные самых разнообразных видов и так далее. Сохранились и два рисунка, которые были сделаны Билибиным вот там, на русском севере. Вот эти два рисуночка мы выставляем. На их основе этих рисунков, сколько их было, никто не знает сейчас, были выпущены почтовые открытки. Настолько вот интерес к русскому северу, к архитектуре русского севера тогда был велик. И еще один удивительный экспонат этой выставки – это сокровище исторического музея, раритет. Вкладное блюдо 17 века, которое мы называем «Времена года». В центре этого блюда изображение льва и единорога. Это очень частое изображение в народном искусстве. Изображение льва, к сожалению, стерлось, а вот единорог виден очень хорошо. И в четырех круглых клеймах изображение сидящих на троне мужчин, аллегорическое изображение времен года. Ну, например, изображение осени персонаж держит в руках ключ, которым он запирает воды. А весной снова ключ, но зато он этим ключом эти воды открывает. А вот по бортику этого блюда в клеймах идет надпись, рассказывающая еще одну притчу. Притчу о Валтасаре, о царе Вавилонском Валтасаре, который потребовал себе на пир принести из Иерусалимского храма святые сосуды и начал из них есть и пить. И тогда на стене появилась горящая надпись, которую никто не мог прочесть и понять. И только Даниил смог эту надпись расшифровать. И сказал Валтасару, что надо прекратить пить и использовать эти священные сосуды, потому что это грозит смертью самому Валтасару и уничтожением Вавилона. Но Валтасар не послушался. Результат, как известно, нам был очевиден. Вавилон пал, Валтасар погиб. И вот эта надпись как раз и свидетельствует, то есть говорит о том, что не надо есть как Валтасар, а надо есть так, как
Даниил, пророк Даниил. То есть вот снова же мы должны относиться не только к еде, о которой, собственно, идет разговор, а к нашему отношению к священному, что нас окружает, относиться с определенным как бы пиететом и совершенно другим отношением. Ой, холодная, та мороза теплых, то родного батьки. Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ о тех удивительных экспонатах, которые можно увидеть на выставке «Русский Север». А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.